Итак, всем привет, с вами Fixer.ua, и сегодня мы будем играть в Counter-Strike Global Offensive. Да, это бета-версия еще не вышедшей игры Global Offensive. В скором времени она выйдет, хотя и в самом Steam об этом еще ничего не написано, но в интернете достаточно много информации о том, что она выйдет 21 августа этого года, то есть совсем скоро. Но Valve мне разрешили все-таки в нее поиграть, прислали мне копию, да, я участвовал в опросе. Итак, в общем, хватит болтовни, приступим к игре непосредственно. Сразу скажу, что Global Offensive мне не очень-то понравилось. Что-то в ней не так, вот, скажем, для начала. Не знаю, возможно, это из-за того, что в ней все совсем не так, как в предыдущих Counter-Strike, да, 1.6, Source. Я играл во все предыдущие части Counter-Strike. И, честно скажу, по сравнению с ними, мне Global Offensive очень сильно не нравится, да. Очень многих моментов в этой игре я просто не могу понять, почему именно так это сделано, а не по-другому, как-либо. В общем, очень странно, непонятно для меня. Ну да ладно. Сейчас немного поиграем. Это разминочный раунд сейчас. Не скопился, да. Совсем. Да ладно, пофиг, он закончился. Да, сейчас у меня денег ни на что нету. Всего 400 баксов. Толку от них никакого абсолютно. Ладно, идем на бомб. Пытались слепануть. Пофиг. Идем дальше. Так, там враги, там кто-то стреляет отсюда. Я никого не вижу, естественно. Поставлю-ка я пока бомбу. Ничего мне покроет. Так, кто-то там есть. Не попаду с такого расстояния, скорее всего. Так, может тут кто? Нет, здесь свой. О, вот. Да. Ну нифига себе, блин, сколько в него пыли я всадил. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Ну ё-моё. Чё за фигня? Ладно. Так, что теперь у меня есть деньги, свободный автомат, калаш, тот самый калаш, старый добрый, он всегда меня выручал в тяжелых ситуациях. Так, ну что, здесь кто-нибудь есть? Неужели здесь никого нету? Даже здесь никого? А где все? А, вот он. А, ну это боты, ладно. Боты. Пофиг на ботов, они всегда такие тупые, ну, блин, тупые, не тупые, но иногда такие выдают вещи, просто поражают меня. Граната у меня откуда-то взялась. Стоп, кто? Кто? Где? Кто? Вот он. Я его даже не заметил. Да они просто сливаются с текстурами. Это не очень плохо на меня. Ой. Самый случайный образ, пофиг, у меня есть деньги второй. Фиг с ним. Идем дальше. Ну что ж. Ну как бы да, графика здесь получшала. Да, всегда, когда не знаешь, о чем сказать, то лучше сказать о графике. Ай, вот это да. Четверо сразу. Так, ну. Сменилась карта после этого всего, да. Делаем рядочку не больше. Да ладно, сейчас мы играем на Италии, я с терроров. Блин, меня убили. Конечно, да, так пока. Ладно, я еще не размялся, сейчас я разыграюсь, все будет четко, всех буду выносить. А мне жить, ребята, да. Вот вы там, боты и все остальные. А мне жить, ребята, да, точно. А вообще.
я обещал, один бот уже умер с хедшотом. Вообще, кого-то да, второй уже умер, но это уже не бот. Даже. Хотя не я его убил. Слушайте, не мешает. Я здесь просто не знаю почему. Еще один враг был. Даже не успел. Не устрелен толком. Да, получать тупая курица. Так, что дальше? Что дальше? Где же вы, ребята? Где вы прячетесь? Никого же. Ага, да, да, я так и думал. Заложников пытались освободить. Нехорошие ребята. О, да надо же, я опять сты. И если кто-то не понимает, как это расшифровывается, это самый ценный игрок. Да, не то, что вы подумали. Я знаю, о чем вы думаете. Так, ну вот. Идем дальше. Теперь у меня есть небольшой какой-то автоматик, УЗИ. Так вот. Так, там я еще одного увидел. Нужно быть осторожным. Нет, не буду менять оружие. Так, оттуда ты. Нет, свой. Да, здесь есть какой-то ремонт. И да, меня убили. Пойдем дальше. Теперь у меня есть калаш, а не какой-то сраный УЗИ. Теперь я буду всех выносить. Наверняка. Калаш — это сила. Это мощно. Никого нету, да? Ну, блин. Ну где вы все? Я же калаш себе купил. Идите сюда, я буду звать, как эту курицу. Так вот. Давай, еще один, иди сюда. Иди сюда, чувак. Чувак, иди сюда. Это тебе патронов принес. Покушать. Нет? Ладно. Ну где же ты? А, да, да, он точно пошел спасать заложника. Сейчас я его сзади обойду просто. Нет? Нет. Никого нет. Да ладно. Я же видел, он сюда куда-то пошел. Или же он настолько туп, что решил вернуться на свою базу. Курица. Опять курица. Иди отсюда. Ассист. Отлично. Курица. Курица, ты меня палишь. Иди отсюда. Иди отсюда. Или просто молчи. Иначе мне придется тебя убить. Да. Вот так. Ну же, ну же, где вы все? А вот где. Нет, ну это... Что? С пистолета? Ну нифига себе. Ну что это за физика такая, а? Вот это один из тех многих моментов, которых я просто не понимал в этой игре. Что это творится? С пистолета просто так берет и выносит. Там кто-то есть? Нет. Не вижу. Ты вечно сливается с текстурами, фиг пойми, там есть кто или нет. Ой, там что-то пишет. Тихо, 1.6 игра. Да нет, сам с удовольствием, блин, ну вас так много. Давай, чувак, убивай их там. Живучий, а. Еще один, нет? Вот там, да, есть. Ну блин, ну что за? Ну совсем уж. Не идет игра. Вот это я не могу понять иногда вообще F1. По какому принципу оно работает? Иногда оно работает без захода на в меню покупок на B. Иногда не закупается на F1. Нужно в меню зайти, потом можно на F1 закупиться. Что за... Я не понимаю, даже вот такие мелочи, и то как-то... Не, вот это, конечно, момент вообще клёво здесь. Чувак с дробовиком бегает. Это оружие, которое нужно убивать всех просто. С ничего делать. Ну, смотрите, ну, на дальнем, на близком расстоянии, на среднем, на средней дистанции, он так же хорошо бьет в хэд и все остальное. Ну, блин, это дробовик, ребята, вы издеваетесь? Дробовик, который бьет в хэд.
Ну это... А, ладно, в предыдущих КСках это тоже было, да, ну... Он на дальних дистанциях вообще никакой был. На средних тоже с трудом можно было что-либо сделать с дробовиком. А тут... Так, ну сейчас явно не с дробовиком стреляют. Да, ладно. Что-то там вообще совсем никуда не идет. Но знаете, что я заметил? Здесь игра идет чисто на удачу. Да, вот вы знаете, скилл... Забудьте, просто забудьте про скилл. Играйте на удачу, зажимайте до бесконечности курок. Вы, ну это пофиг, можете выносить запросто. Сейчас именно тот момент, о котором я вам говорю. Да, меня достала эта игра, я все-таки решил поиграть в Counter-Strike Source. Но, все-таки здесь тоже есть много моментов, которые просто бесят. Вот один из таких моментов, это загрузка. Вечная загрузка звуковых файлов. На каждый сервер админы, то есть владельцы сервера, не знаю, устанавливают постоянно звуки всякие. И ты ждешь, пока они загрузятся. Они забивают память твоего компьютера. Они грузятся по полтора часа, тратят трафик, да. Сейчас в основном безлимитный интернет, у меня тоже он безлимитный. Но все же, трафик, да, некоторых людей, я думаю, это обеспокоит. Зачем? Зачем столько звуков? Почему нельзя сделать звуки, которые будут универсальными для всех серверов? Нет, каждый установит свои звуки, и они будут грузиться по полтора часа. Да. Ладно, подождем, пока они загрузятся. Я думаю, пропущу этот момент, чтобы... Я думаю, вам скучно будет смотреть на это. Так, ладно, перейдем непосредственно к игре. Добро пожаловать в наш... Вот, загрузили звуки. Сказали добро пожаловать. Сразу заложили бомбу, чтобы все взорвать. Чертям. Так, да, это... немного подождать. Перейдем непосредственно к игре. Так, здесь его били в прошлом раунде, да, или не меня, не знаю. Кто-то кого-то убил, жаль, моего убили. ВП. Ну ладно. В голову. Вот так вот. Да, я играю в Source, чтобы меня не обвиняли в моей криворукости, что я не умею играть вообще, поэтому у меня полная фигня происходит в Global Offensive. Вот тут вы можете посмотреть, как я играю. Да, и конечно я играю не ахти, но все же не настолько, как Global Offensive. Это то, о чем я говорил. Там идет игра чисто на удачу. Здесь же можно использовать скилл. Он вам очень сильно поможет, если он у вас есть, конечно. У меня немного есть скилла, поэтому как-то что-то я и могу все-таки сделать. Кровь. Да, напряженный момент такой. Сейчас. Ай, не понимаю, зачем стрелять в землю, люди? Объясните мне, зачем стрелять в землю? Так, ладно, возьму АВП, люблю с АВП стрелять, когда у меня это получается. Нет, нет, что-то не получается пока что. Ладно, подождем, пока не подойдут поближе. Вот так вот. Нет, блин, да ну... Так, ну еще один остался там где-то. Ай, ну. Ай. Федор Родионович Бородач, мы коллеги, ну, ребят. Вот так. Я молодой, горячий, ребят. Вот я решил сделать небольшую нарезочку тут хороших моментов. Потому как там в основном я просто бегаю. Нифига не делая. Поэтому будет нарезочка. Просто тех моментов, где я убиваю. Где убивают меня. Да никого нет совсем, да?
слышу. Вот он. Получай. Музыка для мужика, не тяжела, не легка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха. Да, хорошая музыка. Да ладно. Будем отвлекаться на музычку. Играем дальше. Да, это все еще Source, но карта здесь выглядит как Global Offensive. Вы можете заметить это. Вот так в Global Offensive примерно выглядит Dust 2. Да ладно, кого я обманываю? Это карта специально сделана для Source. Хотя и их убил. Еще один будет? Нет. Похоже, не будет, да? А нет. Есть. На этом я буду с вами прощаться. Это было небольшое мнение о Counter-Strike Global Offensive и немного Counter-Strike Source. Всем спасибо за просмотр. С вами был Fixer UA. Вы можете подписаться на канал, поставить лайк этому видео, если вам оно понравилось. Можете поставить дизлайк, если оно вам не понравилось. Все равно всем спасибо за просмотр. Всем пока.